Прямо у входа в зоотеррариум «Живые тропики» посетителей встречает большая дружелюбная черепаха, которая гуляет сама по себе. Ее можно погладить и сфотографировать. Но это не единственная рептилия на выставке. Тут есть, например, нильский крокодил, самый большой из всех видов. Тот, что на выставке, правда, еще юнец. Зато змеи здесь достигают нескольких метров в длину. Всего в живых тропиках больше 50 видов экзотических животных. Ядовитые жабы, крокодилы, черепахи, игривые обезьяны, летучие собаки и другие представители жаркой фауны. Некоторые животные редко встречаются в зоопарках, и увидеть их вживую – большая удача. Очень нравится. Дети в восторге. Очень рады, что такая выставка у нас в городе. Отличное развлечение. Вот ребенка сегодня выпускной. И как раз прям хороший подарок для детишек. Очень интересный. И животные все такие необычные, действительно экзотические. Где бы мы могли еще посмотреть? Каждый раз в Америку не съездишь, не слетаешь. Да, поэтому нравится. Дети как? Хорошо. Хорошо тоже. А кого успели посмотреть? Кто-то, может, там особенно понравился? Игуаны, да, нам понравились? Крокодил. Мне нравится, если честно. Все животные прикольные. А кто особенно понравился? Ну вот, если честно, мне все нравятся, особенно попугаи. Есть и попугаи, которые свободно перемещаются по всей выставке. Например, ара макао – один из самых редких видов. А игривые обезьянки с радостью принимают угощения и готовы позировать для фото. Выставка «Живые тропики» нацелена на знакомство с жизнерадостными и здоровыми животными. Здесь же расположились и живые бабочки. Очень красивые бабочки, такие как птицекрылка, папилия, полинур и амура. Здесь можно прикоснуться, также посадить на нос, на голову, сделать красивые фотографии и записать на видео ваших детей. Экспозиция захватывает с первого взгляда. Уникальные бабочки из самых далеких уголков Земли производят впечатление. Яркие краски, легкость и беззаботность прекрасных и свободных созданий дарят детям восторг. Мне очень сильно нравится. Выставка «Живые тропики» и «Живые бабочки» работает ежедневно в торговом центре М5 Молл с 11 утра и до 8 часов вечера. Посетить ее может любой желающий. Проработает она до 25 июня.